На встречу с Натальей Васильевной мы приехали, так как уже не первый год работаем по системе Занкова. В этой системе не один выпуск выпущен. И вот сейчас стоит вопрос о переходе с учебника Поляковой на учебник Нечаевой. Хорошо знакомы уже с букварем, с азбукой этого автора. Поэтому, конечно, хотелось бы узнать более подробно о русском языке. И я шла на эту встречу для того, чтобы для себя понять, а не потеряю ли я то, что мне было ценно в том учебнике. И увидела, что подход очень замечательный. Мне всегда не хватало развития речи, которая не заложена в том учебнике. И здесь я увидела, как все это вводится поэтапно, постепенно, какая работа идет с лексикой, и антонимы, и синонимы, и фразеология, и что рассматривается текст с разных точек зрения, как лингвистическая единица. И еще мне было интересно структурирование материала. У Поляковой в русском языке темы существительные глагол, как бы самые важные, грамматически сложные по изучению, они разведены по годам, и здесь, в общем-то, это тоже сохранено. Еще что я увидела, то, что тема изучения фонетики, она не заканчивается в период обучения грамоте, а идет красной линией на любом материале, будь то это морфология, будь то это состав слова, то есть постоянное обращение к языку с разных точек зрения. И грамматика, и лексика, и фонетика. Еще что мне очень понравилось, это картины как приложение в конце, потому что работа над сочинением по картинам – это очень сложно. Вот и в третьем классе, и в четвертом классе. Огромный плюс – это словари антонимов и синонимов, то, чего не было. Да, мне очень понравился автор, человек очень позитивный. Ну, конечно, вот само общение с автором дает возможность задать какие-то вопросы, если где-то что-то еще есть недопонимание учителя по новому комплекту, оно всегда есть, то вот даже сейчас идет решение таких каких-то мелких, ну, наверное, очень важных в нашей деятельности вопросов. В системе Занкова работаю с 92 года. Ни о какой другой системе помыслить не могу. Почему? Потому что эта система придумана для детей в первую очередь и для учителя во вторую очередь. Она придумана таким образом, что любому ребенку с любым уровнем изначальным в школе учиться легко и интересно. Мне интересно, потому что система не стоит на месте, она в течение всех этих лет меняется. И меняется в лучшую сторону. Нравится слушать Наталью Васильевну, потому что это необыкновенно интересный человек, как все занковцы. И это глубоко порядочные, очень интеллигентные, образованные люди, которые привозят всегда столько информации. Мы этим подпитываемся и какое-то время живем.